Новые машины пополнили сегодня автопарк домов-интернатов региона, а также реабилитационных и комплексных центров обслуживания населения. Ключи от 19 авто губернатор края Виктор Томенко вручил главам социальных учреждений. До сегодняшнего дня автопарк социальных служб региона насчитывал 130 машин, но и такого количества явно не хватает. По словам руководителей домов-интернатов, находящихся в отдаленных районах, сейчас в распоряжении учреждения от силы 2 авто, и те в неисправном состоянии. Есть же проблемы со старыми автомобилями, которые ломаются, которые выходят из строя. Когда новый автомобиль, он работает, он не ломается, мы можем, можем рассчитывать свою, и распределять, планировать свою работу. Автомобили просто жизненно необходимы, ведь практически каждый день ветеранам и инвалидам нужна медицинская помощь. Сотрудники центров не только доставляют их в городские больницы, но и привозят врачей, психологов и юристов непосредственно в социальные учреждения. Поверьте, износ наших автомобилей такой огромный, и поэтому своевременное получение вот новых таких автомобилей позволит, конечно, нашей системе быть более мобильной, быть более для населения доступной.